Он периодически делается какой-то мутный. Я не знаю, что да, с ним делать. Потому что зумом, наверное, пользуешься. Ну, нет, потому что нет. По-другому нельзя. Когда на приближении, он, наверное, может так сфокусироваться. А тебе, Юнкерс, не получилось снять комплекс, потому что судья тебя закрыл. Ну ладно. А с юга ты его бурку ладно, тоже потом? Ладно, не разговаривай, ты снимай, без разговоров. Я тут уже соскучилась. Сейчас это такой же, какой сильный. Давайте уже поехали, ребят. Сколько тут можно там стоять и думать? А иногда вот ей зажат сильнее, чем со мной. Я не знаю. Ер, ты что, удохнешь, я не хочу, тебе собака какая-то вообще грустная и цветеная. Молодец, Ярик. Ну где у тебя? Ты что не видишь? Центр кадра знаешь, где находится? Не ругайся. Поближе сделай. И в центр кадра. Видишь квадрат центральный? Вот так вот. Приблизь. И сейчас это все запишется сюда. Ну, блин, ты снимаешь, у тебя собака не пойми где, вне кадра. Да, я доснимаю этот кадр. Так всех поснимала, что ли? Нет, я кого-то лучше, кого-то хуже. Блин, ну ты что, в натуре не центруешься, что ли? Придется тебе этот ролик удалить. Этот, я надеюсь, не все. Когда размывается, лучше одной рукой не могу. Нужно чуть-чуть просто зумом как бы приблизить капельку. Блин, ну, сразу настройку идет.